Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Огородный сезон уже давно начался. Мы посеяли рассаду. Посеяли рассаду пока только томатов и перцев. Томаты уже взошли. Вот в таком вот лоточке они у нас растут. А перцы только начинают сходить. Сосеяли мы их неделю назад. Вот уже такие росточки имеются. Поливаю такой вот пшикалкой, пшикаю водичку. Не поливаю лейкой, потому что если поливать лейкой, то могут отгнить ножки, и растение все погибнет. Сорта самые разные, их очень много, я их даже не смог всех запомнить. Еще есть вот такие вот помидорки, росточки помидорок. Их мы сеяли чуть раньше, где-то 2 недели назад. А есть еще те, только которые собираются всходить. Вот они.